Строительный комплекс Гомельской области динамично развивается. Благодаря прогрессивным технологиям, профессионализму строителей, на карте региона появляются новые дома, микрорайоны, производственные здания и сооружения. Строительство в целом меняет атмосферу и облик городов нашей области, делает теплыми и уютными дома каждого из нас. Будущее нашего региона создается сегодня с большой стройкой. Сегодня программа «Большая стройка» познакомит вас с самыми актуальными предложениями на рынке недвижимости от управления капитального строительства города Гомеля. Все о новом жилье от городского УКСа в самом центре Гомеля и в развивающемся микрорайоне «Шведская горка». Уверены, поможем определиться вам с выбором застройщика и будущей квартиры. Для тех, кто планирует приобрести новое жилье и изучает рынок недвижимости в областном центре, предлагаем рассмотреть один из самых горячих вариантов жилой застройки. Перенесемся в центр Гомеля и вместе оценим темпы строительства дома номер 3 в группе жилых домов по улице Докутович. По адресу Советская, 19А, в головном офисе УКСа города Гомеля продолжается прием заявлений на строительство 1-, 2- и 3-комнатных квартир в этом жилом доме. Предлагаем детально рассмотреть немногие свободные варианты квартир. Бонус для зрителей нашей программы – первые снятые кадры из окон квартир на 11 этаже. УКС города Гомеля в этом объекте жилой застройки дарит будущим новоселам не только квартирографию на любой вкус, но и шикарный вид на город из французских окон и балконов. Государственное предприятие УКС города Гомеля предлагает принять участие в долевом строительстве граждан Республики Беларусь, иностранных граждан. Объект на сегодняшний момент у нас два. Это улица Докутович, панельный дом новый. В наличии имеются 2-, 3- и однокомнатные квартиры. Цена за метр квадратный составляет 1390 рублей. Трехкомнатная квартира у нас площади от 67 до 79 квадратных метров. Двухкомнатная квартира 45 квадратных метров. Однокомнатная квартира 29 квадратных метров. На сегодня группа жилых домов по улице Докутович действительно предлагает квартиры самым широким диапазоном метражности в Гомеле. Вот так выглядит эскиз проекта застройки на сайте городского УКСа. Жилой дом номер 3 из крупнопанельных изделий, так же как готовый к заселению соседний дом, будет с вентилируемым фасадом из фиброцементных панелей. Плюс проекта – панорамные окна, которые открывают не только вид на центр, но и предоставляют отличный обзор дворовой территории, парковки и площадки, где могут играть ваши дети. Еще один пример того, как возводится комфортабельное жилье от УКСа города Гомеля – это объект активной застройки жилого комплекса «Шведская горка» в Советском районе. Сейчас 59-й микрорайон – один из популярных в городе, особенно у молодых семей с детьми. Дом номер 33 расположился буквально сразу при въезде в район «Шведская горка». Из окон новостройки открывается живописный вид на реку, шаговой доступности, магазины, остановки общественного транспорта, областная клиническая больница, поликлиника, а также гимназия и школы. УКС города Гомеля продолжает прием заявлений на строительство 1- и 2-комнатных квартир в жилом доме номер 33. Жилье могут приобрести как граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, так и те, кто не входит в эту категорию. Новый кирпичный дом в микрорайоне 59, Шведская горка. 10-этажный кирпичный дом. В наличии имеются 2-комнатные квартиры площадью 65 квадратных метров и 68 квадратных метров. Особенностью квартир 65 квадратных метров является то, что это квартира-студия. В данном случае мы можем предложить квартиры как с полной отделкой, так и без выполнения отделочных работ в полном объеме. Стоимость квадратного метра в данном доме составляет 1320 рублей. Что касается граждан, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий, квартиры в 59-м микрорайоне они могут приобрести по цене 1175 белорусских рублей. И всех желающих, заинтересованных в приобретении новых квартир, приглашаем принять участие в долевом строительстве и приходите к нам, пожалуйста, улица Советская, 19А, кабинет 23.
В числе новостроек, которые возводит на данный момент Управление капитального строительства города Гомеля, также жилье для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеющих право на господдержку в строительстве жилья по указу президента Республики Беларусь номер 240. Так начато строительство жилого дома номер 2 в районе улицы Федюнинского. На сайте городского УКСа вы можете оценить эскиз проекта будущей новостройки и предлагаемый набор метража квартир. Важно взвесить и перспективы застройки в районе улицы Федюнинского с точки зрения многообещающей инфраструктуры. В планах расширения города здесь предусмотрено строительство детского сада, аптеки, поликлиники, отделения связи и расчетно-справочного центра. Трехсекционный 116-квартирный жилой дом номер 5-6 в 104-м микрорайоне. Это второй объект строительства Гомельского городского УКСа, который позволит обеспечить собственным жильем гомельчан, имеющим право на господдержку по 240-му указу. Новый объект строительства предлагает 1, 2 и 3-комнатные квартиры. Если вам предстоит возводить жилье в новостройке в соответствии с 240-м указом, то «Большая стройка» обращает ваше внимание на важную и полезную информацию, которая поможет приблизить дату вашего новоселья. Исполком по месту постановки гражданина на учет нуждающихся приглашают его для выдачи направления на заключение договора на создание объекта долевого строительства в жилых домах, строящихся с привлечением коммерческих кредитов и субсидий на погашение этих кредитов. Разъясняет гражданину условия, размер и порядок получения государственной поддержки в виде субсидий на уплату части процентов на строительство жилья. Разъясняет информацию гражданину о банках, предоставляющих коммерческие кредиты с использованием гражданами господдержки по указу номер 240. Гражданин, направленный в порядке очередности на строительство жилья с использованием субсидируемого кредита, в установленном порядке вступает в организацию застройщиков, заключает договор на долевое строительство. После подает в исполком по месту постановки на учет нуждающихся по месту жительства заявление на предоставление ему субсидии на уплату части процентов. Исполком на основании заявления, поданного гражданином, запрашивает и получает сведения и документы, необходимые для принятия решения о предоставлении субсидии на уплату части процентов. Определяет право гражданина на получение господдержки в соответствии с указом номер 240. Устанавливает максимальную стоимость жилого помещения для предоставления субсидии на уплату части процентов. Принимает решение о предоставлении субсидии на уплату части процентов в размерах, определенных указом номер 240. Информирует гражданина о принятии решения путем предоставления выписки из решения или копии решения. Гражданин обращается в банк, осуществляющий выдачу субсидируемых кредитов на строительство жилья, заключает кредитный договор на получение такого кредита в соответствии с выпиской или копией решения. Предоставляет в банк выписку из решения о предоставлении субсидии на уплату части процентов и истребованные банком документы. Далее предлагаем актуальный стройдайджест от Гомельского домостроительного комбината. Стартовали продажи квартир в новом жилом доме по улице Братьев Лизюковых. К продаже предлагаются 2- и 3-комнатные квартиры. 2-комнатные квартиры от 61 квадратного метра, 3-комнатные от 83. Стоимость квадратного метра для нуждающихся в улучшении жилищных условий составляет 1322 рубля. Стоимость для ненуждающихся – 1440 рублей за квадратный метр. Обращаем ваше внимание, что жилой дом расположен в районе с развитой инфраструктурой. Рядом расположены школы, детские сады, 3 университета, больница, поликлиники. Рядом расположена еще речка. Поэтому приглашаем принять участие в долевом строительстве в этом жилом доме. Специальное предложение от Гомельского домостроительного комбината. 3-комнатные квартиры от 80 квадратных метров по улице Оранжерейная, 127. Стоимость квадратного метра составляет 1040 белорусских рублей. При 100% оплате предоставляется скидка 2%. Мечтаешь о 3-комнатной квартире? Все очень просто. Приходи по адресу город Гомель, улица Лазурная, 17, кабинет 110 и заключай свой договор купли-продажи.
А сейчас большая стройка с удовольствием станет гидом по новому готовому жилью от Гомельского городского УКСа. Эти дома в строительном сезоне 2019 в числе других объектов долевого строительства однозначно украшение рынка недвижимости Гомеля в целом. В самом сердце областного центра, в нескольких минутах ходьбы от улицы Советская, на пересечении Рогачевской и Кирова, на 10 этажах разместилось 40 квартир. Предлагаем оценить дизайн внутренней и внешней отделки этого объекта. Вместе с большой стройкой подробно рассмотрим и другую готовую к заселению новостройку УКСа города Гомеля. Это многоквартирный жилой дом номер 103 по улице Быховская. Здесь, так же как и на предыдущем объекте, полностью завершено благоустройство прилегающей территории. Оборудованы комфортные зоны парковки, детской игровой зоны и движения пешеходов. Отмечаем интересное дизайнерское решение внутренней отделки, лестничных маршей и мест общего пользования. Новинки в сфере строительства жилья Гомеля с вами вместе изучала программа «Большая стройка». До встречи на стройплощадках Гомеля!